Представляем вашему вниманию светодиодную люстру компании Omnilux, артикул OML 476-07-100. Данная люстра имеет возможность управления пультом и настенным выключателем. При быстром переключении клавиши выключателя люстра сменяет три режима света. Нейтральный белый, теплый и холодный белый свет. При повторном включении с задержкой более 15 секунд люстра включается в режиме максимальной яркости нейтрального белого света. Пульт работает от двух мизинчиковых батареек стандарта 3А. С помощью данной клавиши происходит включение и выключение люстры. Центральное кольцо дает возможность регулировать свет в диапазоне от максимально холодного до максимально теплого света. При нажатии вниз яркость свечения уменьшается, при нажатии вверх увеличивается. При нажатии кольца влево цветовая температура плавно переключается к холодному свету. При нажатии вправо цветовая температура плавно переключается к теплому свету. Данная клавиша является переключателем цветовой температуры полной мощности. Теплый, нейтрально-белый свет, холодный белый свет. Также есть две клавиши таймера на 30 минут и на 1 час. При нажатии люстра самостоятельно погаснет через указанный на клавише промежуток времени. И имеется клавиша ночника. Ночник включается с температуры свечения, выставленной ранее.